Благодаря государственному и частному партнерству удается реализовать много социально значимых проектов. Один из них – инклюзивная игровая площадка в Могилевском специализированном доме ребенка. Игровой комплекс адаптирован для малышей с особенностями развития. Теперь ощутить радость от самой любимой детской забавы могут и ребятишки с инвалидностью. Наша съемочная группа убедилась, дети очень любят гулять на этой площадке. Для счастливого детства нужны лошадки, качалки, качельки, карусельки. И для детей, которые воспитываются в доме ребенка, нет исключения. На этой площадке шумно. Хорошая погода манит на улицу, и летом количество прогулок в распорядке интерната увеличивается. А с установкой игрового оборудования отдых стал более качественным и веселым. Ведь это первая инклюзивная детская площадка в Могилеве. Очень часто такие дети не могут спокойно выйти на обычную площадку из-за своих особенностей развития, своего здоровья. И таким образом они ограничивают себя. Качели в детстве – любимое развлечение. По сути, это как мамины укачивания. Психологи в доме ребенка уверяют, что качаясь, их дети компенсируют недостаток внимания со стороны родителей. Поэтому, когда проектировали и заказывали новую игровую площадку, обязательно выбирали качели – инклюзивные. Здесь у нас вот специально открывается. Вот ребенок заезжает на эти качели. Ребенок может сам держаться за вот такой вот поручень и раскачиваться. Конечно, дети испытывают море эмоций, море чувств, радости того, что они рядом находятся со здоровыми детьми. В Могилевском специализированном доме ребенка 65 воспитанников. И большинство из них имеют проблемы со здоровьем. Неврологического, психического характера. При доме ребенка есть отделение паллиативной помощи, где проживают дети с тяжелыми диагнозами. Специалисты помогают повысить качество их жизни, а родственникам больных помогают справиться со страхами. Есть у нас и дети с синдромом Дауна, да, есть женщина, у которой у самой есть ребенок с таким заболеванием. И вот она на сайте Дадомубай увидела девочку у нас с синдромом Дауна и хочет забрать ее на опеку, чтобы как бы, ну вот они вот вместе, вот даже такие случаи вот бывают. Одна из главных задач – это устройство детей в семью, потому что это лучшая реабилитация их израненной психики. Вырастая в любви, они смогут строить свои здоровые отношения. К нам в студию на телемарафон «Согреем детские сердца» приходили в гости эти любознательные малыши. Кстати, они нашли родителей, но сейчас речь о другом. Среди целей марафона была современная детская площадка в доме ребенка. Значит, полностью этот проект, стоимость его была 11,5 тысяч рублей. В рамках «Согреем детские сердца» благотворительного марафона с помощью Белорусского детского фонда Ирины Фисюк было собрано 4 тысячи рублей. Остальные деньги на вот это все оборудование было, значит, собрано просто жителями города Могилева. Могилевская нотариальная палата нам помогала и лифтовый завод. Многие задачи, которые ставили на благотворительном марафоне, выполнили. Масштабные проекты еще в реализации. Но главное – это посыл. Люди приходят, звонят и предлагают идеи. Цепочка добра все же работает. Здорово, что ребята имеют возможность дважды в день выходить на прогулку и вот в таких ярких, красивых возможностях вот этого оборудования проводить эти свои перерывы такие на улице. На качелях можно достать до неба. Так все думают в детстве. Вырастая, мы часто лишаем себя возможности беззаботно болтать ногами в воздухе. Не проходите мимо. Качели могут вернуть вам ребячество, а помощь ближнему возвращает надежду и веру.